Таким современным приветствием встречают детей в новом детском технопарке «Кванториум». Он открыл свои двери для воспитанников гимназии номер 30. Более 300 школьников будут обучаться здесь после уроков по 10 направлениям. Скретч-программирование, медицина, дизайн, компьютерная графика и многое другое. Ребенок может выбрать направление подготовки самостоятельно, а главное – посещать их абсолютно бесплатно. Многие дети ездили, приходилось ездить в Заволжье, в Заволжский «Кванториум». У некоторых детей уже есть опыт обучения в «Кванториуме», и теперь появилась уникальная возможность, что ребенок после занятий сразу же приступает к освоению дополнительных общеразвивающих программ. Одним из самых популярных направлений среди школьников стало 3D-моделирование. Руководитель хай-тек направления Игорь Улюшев изучал сложные программы самостоятельно. Ему помогали курсы и видеоролики в интернете. Сегодня он пока делится богатым опытом с учениками, которые пока только знакомятся с непростой техникой. Игорь признается, детям изучать техническое творчество намного проще, чем взрослым. Программа рассчитана на один год. В течение одного года, то есть они уже будут учиться, научиться пользоваться и программами, и компьютером, как говорится, и самим станком. Помимо 3D-моделирования, успехом у детей пользуется и робототехника. Собрать конструктор можно даже с минимальными знаниями, просто следуя инструкции. А вот программировать в специальной программе Arduino придется научиться. Робот может захватывать определенные детали, то есть он может поднять детальку, перевести. Но там уже как ребенок спрограммирует. То есть на Arduino, на программе Arduino, в ноутбуках они потом будут писать программку и задавать задания роботу. Работа детского технопарка стала возможна благодаря федеральной программе «Современная школа» нацпроекта образования. В настоящее время в городе действуют 4 кванториума и еще один мобильный. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.